Крепкая с виду семья, видимо, скрывает скандальные секреты. Стасу Михайлову удалось создать нерушимый имидж любящего и верного мужа во многом благодаря супруге Ине. Женщина неотступно следует за возлюбленным и вместе с ним радуется покорению новых вершин. Летом Михайлов не единожды выступал на музыкальных фестивалях, где совместно с Жасмин исполнял композицию «Любовь-призрак». Между коллегами могли зародиться чувства, которые, скорее всего, вытеснили приятельские отношения. Так как жена Стаса пресекла интрижку с Жасмин, частная жизнь певицы выглядит неоднозначной, супруг в бегах, а редкие свидания едва ли способны удовлетворить полноценное желание быть рядом. В такой неблагоприятной ситуации Жасмин наверняка потянула на приключения романтического характера с другим мужчиной. А выбор, похоже, пал как раз на покорителя женских сердец. Несмотря на 50-летний возраст, Михайлов по-прежнему интересует женщин, в том числе, намного моложе своей целевой аудитории. Так, например, Стас постоянно ищет партнерш для выступлений на концертных площадках и старается молодиться, одевается нарочито по-молодежному и прибегает к пластическим процедурам. Может быть, артист следит за внешностью и старается для горячо любимой Инны? Навряд ли. Избранница певца стала счастливым свидетелем карьерного подъема Михайлова. Инна полюбила музыканта вовсе не за высокое положение в обществе, поскольку в тот период будущая звезда эстрады был еще никому не известен и выглядел совершенно обычно. Потому предположим, что Стас, ставший этаким женским магнитом, почувствовал невиданный прилив энергии и желания нравиться всем дамам без исключения. Вероятно, под чары обольстителя попалась Жасмин. Брюнетка признавалась, отношения с Иланом Шором в одно время частенько походили на американские горки, а предприниматель изводил спутницу ревностью. Знаменитость всерьез подумывала о разводе, но тут на жизненном пути модели встретился Михайлов. С тех пор жизнь Жасмин наверняка заиграла новыми красками, но супруга Стаса все-таки усмирила ловеласа и, видимо, не дала вероятному роману разрушить брачные узы. Михайлов мог дать слабину и, увлекшись яркой певицей, забыть о статусе мужа и даже о собственном образе, вдохновляющем его поклонниц. Уж от кого, но от Стаса мало кто ожидает загулов и измен за спиной. А от Инны у Михайлова вряд ли получится что-либо скрыть, женщина совмещает роль хранительницы домашнего очага, модельера и директора мужа. Даже если между Стасом и Жасмин пробежала искра, то дальнейшая судьба этой связи заведомо провальна. Супруга Михайлова старается поддерживать амплуа счастливой жены. Быть может, это делается только ради выгоды и удачного пиар-метода, наподобие отлаженного семейного бизнеса.